Печальная новость, которая пришла только что. Как сообщает Франс-Пресс, умер легендарный французский шансонье Шарль Азнавур. Певец, композитор, поэт и актер. Он создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах, продал более 200 миллионов дисков. В 1998-м Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем 20 века. Ему было 94 года. И сегодня в сетке вещания Первого канала произошли изменения после вечернего Урганта. Программа «Познер» с участием прославленного французского шансонье.